При устройстве тротуаров обычно используются метровые бордюры, специально как бы облегченные тротуарные. Ну вот, в частности, на этом объекте мы видим вот от шва до шва тут будет как раз метр. Вот сейчас мы видим традиционный метод установки бордюров. Ну а сейчас попробуем предложить им наш захват. Посмотрим, как это будет работать. Два куба закажи. Два куба закажи и больше не заказывать. Еще два куба как раз уйдет на эти 80 метров. Убрать по удобству. Путаешь не отменяет, подтверждает только на 14.00. И если на 5 часов тоже отменяет. Ну вот. Лера, на все стороны побьешь. Лера, ты сзади иди подтюкивай. Ну вот вы видите, что люди не в полусогнутом состоянии находятся. Как бы спина значительно ровнее. Да, конечно. Слушай, а этот дорожный... Все? Ну, можете сказать что-нибудь, пару слов. Да нет. Ваше впечатление. Ну, но привыкать надо ко всему. А так неплохо. Так неплохо. Да. Работать можно. Можно, да. Хорошо.